Одна из крупнейших в Китае компаний по морским контейнерным перевозкам China Shipping Container Lines стала инвестором Молдавии. Стороны подписали соглашение об инвестициях в Джурджулеште, единственный молдавский порт на Дунае, через который эта страна получает выход к Черному морю. Говорит генеральный директор международного оператора порта Томас Мозер. Теперь Китай может предложить прямой доступ в Молдавию тем китайским компаниям, которые экспортируют товары в эту страну. Но с другой стороны, и Молдавия получает прямой доступ к таким странам, как Китай, и другим рынкам Азии и Ближнего Востока. Китай считает это частью нового шелкового пути своего крупного транспортного проекта из Азии в Европу стоимостью в 100 миллиардов долларов. Молдавии этот проект также необходим. Говорит глава торгово-промышленной палаты Валерий Лазар. Двери в Азию теперь открыты. Нашим производителям больше не на что жаловаться. Осталось только начать поставлять конкурентоспособную продукцию. Теперь у них есть все, что нужно для экспорта. Кишинев активизировал развитие порта после того, как Москва запретила импорт молдавской сельхозпродукции. Понадобились новые рынки сбыта.